Привет, ребята, ребятунчики. Сегодня 7 апреля, четверг. Как обычно, я только освободился. На наших часах сейчас 2:30 ночи. По новостям по-быстрому сейчас. Смотрите, Жириновский умер, да? Ну, если честно, я уже давно думал, что он умер. Вообще, вот честно могу сказать, честно. Я сегодня утром, ну вот пока видео смонтировал, так спать не ложился, потому что мне мелкую соответствие, я и в предыдущем видео сказал. Я такой сижу в туалете, а у меня все время звонит такая фигня в жизни. У меня, когда какой-то образ всплывает, вот, например, кого я там не видел давно, или ни с того ни с сего, раз, что-то в голове, вот. Не знаю, как объяснить. И я сразу знаю, что что-то с этим человеком будет связано. И вот, и я такой сижу, думаю... Что-то хотел, вот я про Жирика думаю, мне еще как раз неделю назад ребята спрашивали, что с ним там. А я такой думаю, блин. И вот я сегодня что-то ни с того ни с сего вспомнил. И я, знаете, вот верите, нет, я хотел видео снять. И просто хотел сказать, что да ничего страшного с Жириком не будет, потому что вы его больше никогда и не увидите живым. А думаю, что на днях он уже все, наверное, откопытится. И верите, нет, я вот из детского сада, да, уже вечером, 6 часов. Телефон просто открыл новости. Ну как открыл, я их специально сейчас, даже я вам честно говорю, я особо их не читаю. Погоду мне надо было посмотреть, потому что накрывал это. У Яндекса там погода. Короче, ладно. И смотрю, первая строчка, умер Жириновский. Ну что сказать, умер. С другой стороны, 75 лет. Че это кому даст? Да никому ничего не даст. Единственное, что это я могу так вот свое мнение сказать, то что... Я думаю, конечно, там, кто наверху сидит, это неприятно, понимаете, когда вот они сидят. А потом, вроде, человек там работает с кем-то, ну да, вы поняли, кто наверху. И с кем-то уже работаешь, там, десятилетиями, там, они одного практически возраста. И начинается вот эта вот смертность, да. То есть, один ушел, второй, третий. А еще такая сейчас, сами знаете, что творится. Жесть, вот эта вот жуть. Естественно, я так думаю, что... Не особо они хотят в такой ситуации, да, на кладбище. Ну, как-то, понимаете, это, ну, не примета, я не верю вообще в приметы, но как-то для души так не ахти, как говорится. Тут вроде ты туда-сюда думаешь, что ты бессмертный, на самом деле нет. Там еще целая куча сейчас уже на подходе, потому что Бог подарил жизнь, но он ее ограничил, понимаете? То есть не живут люди вечно. И понятное дело, что там потом следующий будет. Там еще Зюганов, потом этот Путин. Там еще целая куча. Возраст, ребята. Если люди умирают даже и в 20, и в 30 лет инфарктов, то что говорить, если человек в 75, человек умер. Ну, умер, и что дальше-то? Жизнь дальше продолжается. Дети-то для чего рождаются? Если все жили вечно, ну и жили там, как говорится, одному Еву вдвоем здесь на земле всю жизнь. Зачем он тогда вообще поколение-то нужно? Это специально все так сделано. Ладно, суть не в этом. Смотрите вот по этой. Наконец-то я вот добрался до Бучи. Да, я вчера хотел про Бучу про это рассказать. А я вам сейчас прям сходу. Посмотрел я это видео вчера еще. И я так по памяти вот вам... Ну, сказать. Ну, естественно, целая куча экспертов, все уже начинают, там, уже там чуть ли не на уровне ООН. Это говорит о том, что, понимаете, люди, вот, которые управляют людьми, да, они такие же, как и мы с вами. Они ничем не отличаются. Они отличаются только тем, что большая масса людей их сама же поддерживает, и им это нравится, понимаете, кому-то подчиняться. Вот даже, знаете, как в любой дружбе есть... В любой дружбе, дружбы без этого не бывает, в любой дружбе есть, как говорится, начальник, а есть подчиненный. В любой дружбе один будет всегда присмыкаться перед другим. Не бывает дружбы, чтобы было по-другому. Не бывает. Это семейные фигни вот это вот все касается. Везде и всюду. Люди, они друг другу подчиняются. То есть один одному, другой другому, третий третьему, и так до бесконечности. И это все, мне кажется, оно замыкается, потому что не бывает такого человека, который не подчиняется вообще никому. Нет таких. Не бывает. Так вот, кадры, да, вот я, например, вам как бывший сотрудник могу сказать. Я вот посмотрел, что мы видим, вот по факту.
Что я вижу? Я вижу на видео населенный пункт, едет машина. Причем съемка такая, знаете, мне вообще кажется, что мне телефон лучше снимает, чем иногда вот какие-то картинки, да, вот я смотрю на Ютубе, я так и думаю, хочу спросить, ребят, вы специально вот это вот все снимали на такое качество, чтобы ничего не понятно было? Ладно, дальше. Светлое время суток, населенный пункт, я не знаю, времени там нету, даты там нету. Сразу там, конечно, появилась куча экспертов, они такие уже, типа, вот мы с Google карт там снимок, это здесь. Да это понятно, что здесь. Ну это здесь, да. А только когда это было? Это было в 5 утра, через час, через полчаса. Кто положил? Дальше видим, допустим, там говорят, вот мирные жители. Ребят, извините, но я вот смотрю своими собственными глазами на это видео, да. Как я вот могу понять, мирные это жители или не мирные это жители? Вот труп лежит. Во-первых, чтобы понять, что труп, надо к нему подойти, да померить пульс. Может, пьяный лежит. Может, вообще это... Там вот, понимаете, там есть, да, вот лежит, ну как, вот лицо видно, да, ну человек, вот нога оторванная. Ну, предположительно, конечно, это труп. Но другие-то вот лежат. То есть я вижу по факту, что одежду я вижу. Я даже не... Там даже не видно человека. Потом в яме, да, вот, например, закопаны. Ну, меня опять же поражает, да, в яме закопаны. А лицо мужчины, да, а закопано, а лицо не закопано. То есть, по факту, как вот определить. Вы вообще хоть раз видели, да, вот представляете, вот тела когда закапывают, да, там, во-первых, там надо раскопать сначала и посмотреть. Чего? Причина смерти, там, убит или не убит, может, он от инфаркта умер, или там, не знаю, алкоголем отравился. Кто что знает, как закопано. Во-вторых, ну, как это, понимаете, вот у меня первая мысль, да, ну, закопано, а голова торчит из песка, как белое солнце в пустыне. Конечно, ужасно это все смотреть, но доказательства-то какие? Доказательства то, что голос за кадром говорит, вот, вот это вот туда-сюда, там, бесчинство там одних военных, другой говорит, что нет, это не это. Ты знаете, как вот утку пустить? И сидит, и все сидят, сразу собираются такие, и начинают даже вот как вот телевизор, не терпеть, я его не смотрю, потому что они какую-нибудь чушь сначала один скажет, а потом с умными видами, с умными лицами, одни и вторые, и вот они вот неделю вот эту тему начинают мусолить, что там произошло по факту. Они никто ничего не видел своими глазами, но они все начинают обсуждать. И понимаете, вот этот информационный фон, который, да, вот грузит, почему люди, например, там с ума сходят? Потому что все сразу такие, и те довольны, и эти довольны. Потому что те, ну эти же виноваты. А эти говорят, не, это постановка. А по факту, ребят, ну вот, как вот я вам сейчас просто объясню, вот как я вижу это. Откуда я знаю, мирные это жители или не мирные? У них на это не написано. Вот, например, идет террорист к смертнице, да, там, я не знаю, ее застрелили. Застрелили по факту кого? Мирного? Мирную или не мирную? Нашли у нее этот пояс шахид? Не нашли у нее пояс? Шла она за этим поясом? Не шла она? То есть, понимаете, какая фигня получается? Это то же самое, как по уголовному курсу, да, это называется тоже предотвращение преступления. А по факту докажи, что это собирался человек или не собирался. А человек уже нет, все. То есть, вот труп, мирный он, не мирный он. Вообще, когда идут боевые действия, я вот, если честно, плохо понимаю, как, например, там, выходили из домов на улицу и их расстреливали. Ну, ребят, ну, что-то как-то не клеится. Сидишь дома, да, вот в деревне, там стрельба идет, там же окна у них, этажи, там, двухэтажные дома, там вот на видео даже видно. Человек стоит около забора, слышит, что там стрельба, выходит, и его... И идет, и там борьба, там, не пойми вообще, кто там, чего. Представляете, вот военная форма, да, там попробуй разберись. Особенно, когда быстро это все, и со стороны. Бандит он, не бандит он, переодетый, не переодетый он, понимаете, как вот это вот, переодевание, все эти вот эти тактики вот эти вот. То есть, вопросов просто пипец. Ну, а с другой стороны, я же не могу эти вопросы задать, потому что по факту, то, что я вижу, и то, что вы видите своими глазами на видео, если вообще вот отключить весь мозг, да, и просто понять, что вот вы видите, да, допустим. Что вы видите? Как-то люди лежат, да, вот я не понял, как.
И почему-то они все лежат, знаете, как почему-то очень с это близко. Близко, но так, чтобы машины проезжали. То есть, ну, как-то кучками. Я вот не пойму тоже. Мирные жители, там, три похожие на мужчин, три тела, да? Мирные, там стрельба идет. Мирные три сразу мужика и лежат рядом. То есть, понимаете, вопросов сколько? Ну, так вот, если вообще разобраться. Нервный житель. Потом дальше камера проходит, во дворе там кто-то лежит. Живой, не живой, тоже ничего не понятно. Кто-то, короче, лежит. Там, где бревна. Почему-то дверь открыта. Что, прям дверь открыли, и он прям там стоял на улице, что ли, не пойму. Ну вот, например, в деревне, чего вы будете стоять это, на улице? В деревне будет дом сидеть. Или в огороде, ну, не при входе в это, между... Ну, понимаете, тут вот вопросов сколько. А, женская рука показана. Вот показана крупным планом женская рука, накрашенные ногти. Вот смотрите. Вот поопределить, да, жив или нет. А женская рука, вот это, мирные жители сразу. Ну, бывает же, это, вы знаете, сколько вот в милиции работает женщин? А в армии, что ж, слушать? То есть мирные, немирные. Фамилии там, как, кто вот лежит, да, паспорт. То есть можно было на видео снять, да, вот подходишь, раз, документы там. Вот там, Сидоренко. Чтобы люди-то хоть посмотрели. Да, действительно, вот они, вот Сидоренко, там сразу начнется, соцсети, фигети, там по МВД, там пробили, там посмотрели, да, там никаких связей нигде не было, не дай бог, конечно, там хоть день, там где-то там в милиции работал сразу, потому что там все, он же военный, но так, ну, таких мало. Как вот, например, вообще по факту определить, да, вот, например, женщина это или мужчина, да? Ну вот я вам просто вот как вот вопрос на засыпку. Как вот складывается вообще вот простого человека мнение о другом, да? Ну вот покажи картинку и просто вот что-нибудь намекни. И человек сразу психологически, да, ну так, ну, большинство так мир воспринимает. Например, накрашенные ногти. Все сразу машинально, это лежит женщина. Как, например, вот я бы определил, что женщина это или мужчина? По половым признакам. Как я могу понять? То есть, как я, мужчина бывает с накрашенными ногтями? Бывает. Я могу их просто взять, накрасить? Могу. Тем более, когда такая ситуация, там, под женщину я могу переодеться, парик, или там, в театр выходите. Актер, вы по голосу можете определить, мужчина или женщина. А если лежит, вот, например, рука. Мужчина это или женщина? Как вот, я не понимаю. Зато сразу эксперты, вот это женщина. Мы видим, что это лежит женщина. Где мы видим? И большинство, вы знаете, вот все так. Например, как мы определяем, что такое, вот, что он врач? Значит, он должен быть в белый. Он врач. А если он в гражданке, там, я не знаю, или там пьяный, там, вот, хорошо, на пляже там в трусах. Вот он врач. Люди как вот, например, вот убили врача. Да никто не поймет, скажет, ну это, ах, с чего он врач-то? Поэтому они не говорят об этом никогда. Там, убили, не дай бог, конечно, ну, допустим, там, труп не это, мужчина, столько-то лет. Никто же не называет его профессию, дворник, врач. Вы вообще все время, знаете, как там, продавец, да, ну, труп продавца. Продавец, никто в жизни не называет. Зато сразу, знаете, там, чиновник, врач, не врач, там сразу вот такие вот, то есть сразу вот, и понимаете, это обозначение, да, вот вроде элементарное слово, и все сразу, у всех машинально сразу, что это не просто вот, это не просто кусок мяса, а это уже, это был, вот, понимаете, уже профессия, короче, до хрена вот этих, понимаете, вот всяких, вот,
таких вот психологических факторов, да. Ладно, ребят, наверное, на этом пока все. Увидимся.